20. Ольга Сьянова. Аэрофлот. Номер 18. Девушка сыграла Екатерина Столярова. Уральские авиалинии. А мы из Екатеринбурга сразу в Дубай. Ксения Захарова. Авиакомпания Emirates. Вы, наверное, обратили внимание, насколько красивые наши девушки. И большую благодарность мы сейчас хотим озвучить школе художественного грима, причесок и макияжа «Примос» в фильме «Эстель Шайн». Они готовят лучших специалистов и гримеров для российского кинематографа. Школа под руководством Эстель Семенчук является ведущим партнером и визажистом таких главных музыкальных премий страны, как РУ-ТВ, МУЗ-ТВ, Russian Music Box и Золотой граммофон. Также партнером и визажистом недели моды ювелирного дома Эстет в Москве Эстет Fashion Week. Кроме того, Эстель Семенчук – руководитель одного из самых крупных агентств гримеров России. Аплодисменты! И кроме всего сказанного, Эстель – прекрасный человек, красивая женщина. Я вот имел честь недавно с ней познакомиться. Друзья, интернет-магазин твойвыход.рф – агрегатор российских брендов женской одежды. Девчата, обращаем внимание, в магазине представлено разнообразие моделей и размеров, тканей и дизайна российских платьев и аксессуаров. Каталог, на который на сайте содержит модели стильных, модных, ярких, офисных, повседневных, коктейльных платьев, а также платьев в пол. Все модели можно примерить перед покупкой в комфортной примерочной в одном из 150 пунктов самовывоза по всей России. При заказе товары курьером примерить у себя дома.